В общем, утонул я в предыдущей серии вместе с машиной. Вот и вышел я свеженький из больницы. Никакое оружие у меня не забрали. Такой песчаного цвета день. В общем, что может быть лучше, да? Вот когда вот такое вот песчаное освещение, как будто бы светит сквозь какую-то, сквозь головную боль. Вот. Что называется, обаяние городского дня. Ну-ка посмотрим, что он делает. Видишь? Звонит. Ну, дай направим на него пушку. Чувак, давай, отходи отсюда. Вот, правильно, не связывайся со мной, я отмороженная бандюга. Так, ну посмотрим. Смотри, тут должно быть много интересного. Это вот в Нью-Йорке, вы видели, да, в фильмах там такой пар идет из-под земли, там всякие трубы торчат, вот тут тоже идет пар. Все, нормально. Мусор. Посмотрим, как мы можем его толкать, нет? Ну-ка. Можем. Отлично. Что тут вообще валяется? Ну-ка, отойди. Коробки всякие. Ну-ка, немножко поиграем в штребуха. Коробки какие-то, доски. А вот этот подъезды такие нью-йоркские, в один дом, вот точно такие, да? Помните, он когда там устраивает, так сказать, приключения для добрых разбойников. Я вот тут считаю, что так и должно быть, что разбойники должны быть добрые, как вот в этом фильме «Один дома». То есть должны быть добрые разбойники и добрые неразбойники, но все должны быть добрые. Вот у меня какая позиция. Ну ладно тебе, ну вот, пожалуйста, видишь, никому ничего плохого не делаешь. Ну-ка, давай прокатимся. Да? Да ладно, не пыли. Сейчас еще. Давай, поехали. Ну поехали, поехали. Ну вот что ты не хочешь со мной ехать? Ну все, друг, давай, выходи. Выходи, выходи, выходи. Да все, все, выходи. А, ну, ладно. Не хочешь так, так давай, я тебя. Вот именно, команд, мистер. Главное, почти на глазах у полиции, но успел. Так, стоп, стоп. Стоп. Ты, главное, гонится, хочет свою тачку назад вернуть. Нет, друг мой. Все, что есть, то есть. Да, кстати, давай залезем еще. Вот что-то есть интересное. Метро. Да, все, все. Главное, видите, доносится музыка из машины. В Сан-Андреас такого нет. Так, сейчас, ребятки, давай перепрыгнем. Попробуем сейчас забраться на метро. Ну, не знаю, видно или нет. Я же снимаю просто экран с камеры. Не знаю, что там видно. Вот неплохо видно. Видите, как он эффектно перевернулся. А где у него строка здоровья? Строки здоровья нет вообще. Так. Все, смотрите следующее видео. Мы сейчас пойдем в метро.